Здравствуйте. Пришла посылка с сайта HIRP. Пришла без отслеживания. Укрпочтой доставлена была обычной почтой. По-моему, это была бесплатная доставка. Эта посылка была отправлена 5 января. Еще у меня одна посылка была заказана в конце месяца. Но, кстати, быстрее это дошла. Почему-то это первая пришла. Еще идет одна в пути посылка без отслеживания. Вот сейчас я буду делать распаковочку посылки. Сейчас посмотрим, что пришло в этой посылочке. Здесь это я впервые такое заказала, какао от Nestle, здесь 6 пакетиков с такими зефирками, ну, вроде говорят, что это вкусно, не знаю, решила попробовать. Оно, у него шипвес такой тяжелый довольно, всегда он как-то не получал, недорогой сам по себе. Растворимое какао, я так понимаю, вот, и зефирки. Мне кажется, оно такое приторное, сладкое будет. Ну, порцию, один пакетик идет. Вроде должно быть вкусно. Это была акция на HIRP по зубным пастам, по-моему, 20% скидка на все зубные пасты, почти все там. Я вот понабирала зубная паста от Веледа. Я такую пасту уже заказывала 2 раза, по-моему, даже второй раз, наверное. Хорошая паста, она с такими как крупинками морской соли, хорошо очень она очищает. Хорошо, ну так средний пенится, она такого темноватого цвета, мятный у нее вкус. Соль она так, ну, как бы тает, не царапает. И в принципе, если регулярно ей пользоваться, то не будет, идет профилактика зубного камня. Ну, чтобы регулярно у меня не получается, я вечно разными зубными пастами пользуюсь. Паста мне это очень нравится. Хорошие, очень очищающие свойства, такие чистые получаются. Зубы во рту очень свежие ощущения надолго. Ну и марка такая Веледа хорошая. Паста 75 миллиграмм, ну не дешевая, но в принципе она очень экономичная, ее немножечко надо, много ее не надо, потому что будет очень солонючий вкус. Еще зубная паста вот Манука, Прополис, это я тоже там нашла очень хорошие отзывы об этой зубной пасте. Мед Манука, он очень дорогой. Манука мед, его как бы добывают пчелы в Новой Зеландии. Он считается очень полезным, противовирусным. И он очень хорошо работает даже в полости рта, поэтому не зря сделали зубную пасту с этим, на основе этого меда, потому что считается, что если вы будете даже во время простуды, если горло болит, какие-то инфекции, манука, мед, он убивает очень вредные микробы, которые и способствуют развитию всяких инфекций. Там все начинается во рту, поэтому, в принципе, это профилактика. Как бы, и он, ну, по отзывам, эта зубная паста, она очень хорошо лечит десны моментально, как бы заживляет. У кого очень чувствительные десны, то она очень хорошо работает. И у нее еще есть побочный эффект, который, по-моему, здесь не заявлен, положительный. Она очень хорошо отбеливает зубы. Это вот я прочитала там в одном блоге. Тоже девочки, которая заказывает на HIRP. Поэтому я заказала эту зубную пасту и как бы возлагаю на нее надежды. Она мятненькая, обычная зубная паста, такая немножечко даже не очень густая, она жидковатая. Тюбик, в отличие от Веледы, здесь пластиковый. И в отличие от Веледы, здесь 100 грамм. А у Веледы там 75 миллиграмм в тюбике. Вот попробую на основе меда, такого целебного, сделали зубную пасту. И еще заказала одну зубную пасту. Я ее все хотела давно попробовать. Мне нравятся зубные пасты, чтобы они были гелевые. Это Веледа тоже. В металлическом таком она тубе идет. 75 миллиграмм. Паста гель. Тоже она. Я люблю мятный. Посмотрим, какой тут гель. А, ну она, я думала, она прозрачная. Нет, она тоже. Она гелевая, но такой розоватый цвет. Пахнет тоже мятой. Не травяная. Кто не любит всякие травяные там. Вот она гелевая, но не прозрачная. Вот хотела попробовать, заказала, воспользовалась такой акцией. Это я заказала L-карнитин от Now Foods. Я знаю, что он хорошо идет, ну, для спорта, для сосудов он хорошо работает. Вот. Ну, я там себе составляла какую-то программу и вот заказала его дополнительно. Была акция как раз еще в тот момент на марку МРН. Я заказала свой кверцетин. Вечно мне его не хватает. И я его как бы принимаю от аллергического ринита, аллергии на пыль. Он хорошо очень работает. Поменяла сейчас формула здесь. Теперь он, раньше был кверцетин там с какой-то добавочкой. Было тоже 500 миллиграмм, но была какая-то там добавка еще дополнительная. А сейчас здесь с Q995. Это получается чистый кверцетин.
очищенный, очень хорошая формула кверцетина. Я прочитала на сайте, что какой-то запатентованная как бы формула. Вот я заказала 2 банки. Этот кверцетин на сайте самый, ну, по крайней мере, из всех, что я пробовала, самый оптимальный. Он содержит 500 мг в одной капсуле, в отличие от других, которые там начинаются от 30 миллиграмм. Вот. Но меньше 500 миллиграмм, а бывает и 1000. Мне надо где-то, чтобы хорошо как бы снять симптомы аллергические. Для меня где-то даже 500 хватает. И если как бы какие-то обострения, то даже 2 капсулы надо. Поэтому здесь 60 капсул. Рекомендация на бутылочке идет лечение простаты и почек еще дополнительно. Здесь рекомендуется принимать 3 капсулы в день. От 1 до 3 капсул, то есть каждый подбирает дозировку для себя. Норма кверцетина в день, чтобы не превышать дневная норма, 3 грамма. Поэтому можно пить 6 таблеток, но не больше, потому что может осложнение там на почки идти. Вот кверцетин, он содержится в кожуре фруктов, которых мы мало очень едим, многие там вообще очищают. И очень большое количество содержится в шелухе луковой, поэтому не выбрасывайте, кто страдает аллергиями, попробуйте попить. И луковая шелуха, так же как и кверцетин, хорошо воздействует на кости, артриты всевозможные, в общем, костные какие-то заболевания. В общем, там очень большие показания. Погуглите, не ленитесь, посмотрите в интернете про луковую шелуху. Взяла еще вот такую нить с чайным деревом от Desert Essence. Такая обычная, такая она узенькая, такая пропитанная маслом чайного дерева, должна быть хорошая. Ниточка обрывается хорошо. Здесь получается 50 ярдов написано. 45 метров, 45,7 метров здесь. Это как бы получается типа румяна бронзеров, такое что-то. А от Эльф положила я, видно, место оставалось, и оно по скидке, я решила попробовать. Такой, я помню, тон как персиковый, не вижу. А, коралл, написано, коралл вот такой, ну, похож на персик. И еще, это тоже относится к зубному уходу. Я заказала, вот такой нашла еще ополаскиватель. Он чем интересен, здесь в составе есть, он мятный по вкусу, но здесь в составе есть перекись водорода. Это хорошая штука, ее даже принимают вовнутрь. Во время простуды можно нос промывать. И здесь как бы она тоже добавлена. Ничего не пролилось, хорошая пломба. Очень это очень важно. Я сняла пломбу, очень такая плотная пломба. Здесь просто такая прозрачная белая жидкость. Никаких таких нету травяных вкусов и цвета, кто не любит. Здесь нарисована мята, алоэ, перекись 1%. Потом здесь гвоздика, чувствуется лимон, эвкалипт, корица и розмарин. Вот такой здесь состав. По отзывам очень хорошая штука. Вот, ну, по вкусу я попробовала, она действительно мятная такая, освежающая, не сильно ядерная, как бывает. Вот я вот брала от Нутрибиотик, там мне приходилось разбавлять ее. Ну, зато, конечно, ее надолго хватает. Здесь есть дозатор такой. Ну, в принципе, каждый для себя дозирует. Обычно там колпачок идет, рекомендуется 30-60 секунд полоскать. Ну, как всегда. Мне понравилось, что здесь перекись. Я буду и горло полоскать, и полость рта. Как бы, ну, очень хорошо снимает воспаление. Я думаю, что пригодится. Вот, в принципе, все, что было в посылке. Еще я сейчас расскажу, я забыла. Еще я в прошлый раз у меня была посылка DHL, доставка. Я еще вот не рассказала вот про вот эти 2 баночки было у меня. То есть я решила уже включить их в это видео. Еще я заказала, получается, в той посылке предыдущей DHL. Это вот сейчас по акции шло 2 доллара. Вы можете в пробники зайти, раздел пробников, и вот, по-моему, оно еще идет. Довольно дорогой препарат, за 2 доллара шел. Здесь 30 таблеток, правда, здесь рекомендуется пить 2 таблетки 2 раза в день, то есть 4. Я пью по 2, потому что я пью еще хондроитин, глюкозамин, МСМ. Здесь немножко подобный состав. Вот я, здесь, в принципе, написано, что 2 недели достаточно, чтобы почувствовать результаты. Здесь такой состав: коллаген, куриный МСМ тоже есть, куркума, она идет как, видимо, обезболивающий, куркумин, бромелайн противовоспалительный, и это все АР7, как-то joint комплекс, 1170 миллиграмм, все, что я перечислила. Еще здесь витамин С, но он хорошо как бы добавлять его для усвояемости всего этого, он хорошо как бы сочетается. Вот. Ну, я принимаю по 2 капсулы, взяла за 2 доллара, как бы очень даже, в принципе, хорошо, но, в принципе, там большой, если брать дозировку, то довольно дороговато. И заказала в очередной раз DHEA, вот этот HEA, я его называю, 25 миллиграмм на этот раз. Хотя
Я принимала его 50 миллиграмм, ну, в принципе, достаточно 25 миллиграмм, потому что если при длительном применении, то, ну, как бы для профилактического, как бы, то достаточно 25 миллиграмм и меньше, а если для лечения, там, то 50 миллиграмм. Ну, это получается как для омоложения организма он идет. Я там в комплексе его буду принимать со своими там БАДами женскими. Помогает росту волос и, как бы, ну, гормональный фон, скажем, тоже восстанавливает. Как бы это такая немножечко незамеченная добавка, очень мощная, которая омолаживает ваш организм. Рекомендуется одну или две капсулы. Ну, две, потому что все-таки 50 миллиграмм, дозировка такая дневная, скажем так, Эдхиад. Ну, взяла от этой марки 21 Century, потому что марка довольно, как бы, хорошая и недорогая. Я даже еще не раскрывала, только получила недавно. Вот, вот такие, как бы, беленький просто порошочек. Вот, ну, я буду принимать, наверное, по одной капсуле. И здесь 90 написано, перечеркнуто 60, написано, что здесь 90. Капсул пересчитывать не будем, некоторые любят пересчитывать, ну, считаю, что здесь все точно, поэтому здесь 90 капсул, буду принимать по одной таблетке, соответственно, хватит мне на 3 месяца. Вот такая была посылочка, даже распаковочка посылки, все вживую, все в прямом эфире. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал и спасибо, что используете код SJS024. Его вы можете применить во время первого вашего заказа. Можете перейти по ссылочке, которую я оставляю под видео, или введите просто его вручную. Этот код там будет предлагаться, реферальный код ввести вам. Тогда вы получите $5 скидки при первом вашем заказе. Если он будет превышать $40, то еще 5% дополнительной скидки. И, конечно же, вы можете еще в этот раз воспользоваться всеми акциями и скидками. Заходите в Short Date, это короткие даты, тоже там 50% скидка идет, самые большие скидки в Short Date. И даты бывают не просроченные, просто короткие, там бывает месяц, два, бывает полгода, бывает 2 года остается до конца. Все вот эти ссылки, которых я сказала, распродажи там под видео, смотрите, раскрывайте. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.